Сегодня в Цивильске вновь открылась Тихвинская ярмарка, праздник которого ждут ровно год и так на протяжении сотен лет. Но в этот раз привычный сценарий внесли изменения. Какие? В нашем сюжете. История Тихвинской ярмарки насчитывает не один век, а сколько, никто точно не знает. Кажется, она была здесь всегда. Каждый год в июле сюда съезжались ремесленники и мастеровые, чтобы показать свой товар. Все, что должно быть в сельском обиходе, можно найти здесь. Но больше всего людей привлекает атмосфера праздника, где можно повеселиться от души, увидеть старых друзей и познакомиться с новыми. Году помимо традиционных подворий сельских поселений Цивильского района, в гости приглашали и национальные диаспоры. На Цивильской земле, как и во всей Чувашии, проживают представители многих народов бывшего Советского Союза. Они строят дома, создают семьи, растят детей. Дружба и добрососедство – главное, чему мы должны научиться у своих предков, приумножив хорошие традиции. Одна из них – Тихвинская ярмарка. Вы сегодня воочию убеждаетесь в том, насколько эта ярмарка востребована в современном мире, современной России, современной Чувашии. Очень много предпринимателей, очень много достойных людей, которые на самом деле занимаются своим любимым делом. И уникальная культура каждого народа, которая даже представлена сегодня здесь, является неотъемлемой частью многогранной культуры нашей любимой Российской Федерации. Как обычно, к Тихвинской ярмарке приурочили и праздник окончания посевных работ, на которой принято подводить итоги. А поработали цивиляне неплохо. Яровой сек проведен на площади 19 550 гектаров. В том числе яровые, зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 15 000 гектаров. По оперативным данным, вся посевная площадь во всех категориях хозяйств составляет 35 600 гектаров. Или 102% к уровню прошлого года. Несколько дней Тихвинская ярмарка ждет гостей. Здесь будут покупать и продавать, отчаянно торговаться и скупать все не глядя. Но главное, здесь будет царить особенный ярмарочный дух, который заставляет людей каждый год в июле собираться всем вместе у стен Тихвинского монастыря. Мы целый год готовились, ждали. Но передавать, во-первых, для нашего будущего поколения все традиции здесь показываются. Все костюмы, яркие костюмы, даже те кувшины, которые, те корзины, та же коса, они же должны передаваться. Посмотрите, какая энергетика сегодня царит на этой ярмарке. Люди разных национальностей, невзирая на статус, занимаемые должности, возраст, я как уже сказал, национальность, в единой семье сегодня возвращаются к своим истокам. Елена Гальперина, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.